как не сняла, ну еще бы. В частности, королева Мария, его жена, до конца жизни подозревала мужа в убийстве матери. Ну и тут Сигги, чтобы мало не показалось, пошел в крестовый поход против турок, где по собственной дурости и из-за конфликта с французскими рыцарями всего лишь проиграл битву при Никополе 1397 года, где его знатно отметелил султан Баязид Молниеносный. А в Венгрии короля взяли и объявили мертвым, потому что вестей-то не было. И вот тут-то началось по-настоящему. Вернувшись домой после битвы в очень дерьмовом расположении духа, Сигги созвал всех на королевский сейм в Кржевицах, где взял и зарезал всех несогласных членов хорватского парламента, которые противились его власти и объявили его мертвым. Это привело всего лишь к 12 годам гражданской войны. Такой вот неуемный человек. Чтобы как-то разобраться со всеми этими делами, ему нужны были бабки. А взять их можно было или в Германии, или в Чехии, а лучше и там, и там. Для этого неплохо было бы заручиться поддержкой брата, который и де юре, и, в общем, много где де-факто оставался королем. По крайней мере, его так признавали. Вот он Вацлава вытащил из заточения. Вацлав, очень обрадованный собственным возвращением на богемский трон, материально Сигги сказал очень маленькое спасибо. Младшему отдали Бранденбург и Лужицы, назначив заодно и наследником богемского престола. Но ведь это же явно недостаточно для полного счастья. Потому что, когда брат помрет, вообще неизвестно, он вроде не собирается. И что с того, что я наследник, а вот этот Бранденбург и Лужицы, их не хватит, чтобы поправить дела и в Венгрии, и в Германии, со всеми своими долгами рассчитаться. И тогда Сигги принялся интриговать, здраво рассудив, что такой старшенький нафиг не нуженный, нужно все забирать себе. Сигги приехал в Германию и намекнул местным, что Вацлава там не видели на секундочку так уже 10 лет, созвал курфюрстов и вызвал Вацлава на стрелку. Одновременно хитрый Сигги подпустил в Богемию собственного двоюродного брата Йоста Моравского. А ведь у него Вацлав совсем недавно отнял Бранденбург, чтобы отдать своему брату Сигизмунду. Началась война, и надо ли говорить, что на стрелку в Германию Вацлав просто не явился, не доехал он туда, не было физической возможности. Ну и после этого курфюрсты вместе с Сигизмундом объявили Вацлава некомпетентным пьяницей и сместили того с трона за утрату связи с производством. А королем назначили только не Сигизмунда, а Руперта III Виттельсбаха, того самого марграфа Пфальцкого. И вот Вацлав остался без германского трона, без германской поддержки и с крайне недовольной богемией под собственной жопой. А ведь еще был недовольный Руперт, который в 1401 году пошел на Вацлава войной, осадил Прагу и заставил Вацлава признать его германским королем. Вот только вацлавского признания не хватало, чтобы Руперт почувствовал себя спокойно. А в 1402 году Сигизмунд поднимает восстание в Чехии и берет своего брата в плен, снова заточив в тюрьму. Отбили Сигги только лояльные ему чешские рыцари в 1403. Такая получилась непростая история. Это я все к чему? А к тому, что, блин, представить себе ситуацию, когда Сигизмунд уговаривает кого-то в Чехии отправить Вацлава на коронацию в Рим? Это невозможный, очень смешной бред. Они к тому времени ненавидели друг друга так, что аж кюшать не могли. Да и не был-то уже в 1402 году Вацлав никаким претендентом на любую коронацию. Это раньше надо было делать, не в 1402 году. Нормально, так мы в историю углубились. Короче, Тильшвайгер денег давать не хочет. Мол, вы сейчас помрете в Италии, как ваш прадедушка Генрих VII, а долги кто отдавать будет?